Привет, друзья! Сегодня с вами Сова. И Травмин. Мы в прошлом видео перешли на сложность мастера. Успешно здесь боремся с мобами, с элитными монстрами. Вот, в общем, у нас все пока идет отлично. Последнее видео был небольшой краш Дьяблы, поскольку это бета, работающая нестабильно на все 100%. Вот, и мы остановились на том, что открыли рифт, но туда не попали. Вот сейчас мы продолжаем Мы именно... застряли в портале. Да, на самом деле застряли в портале. Слишком Вот. много Тахнос, не влезаем. Да, нужно поддержать эту планку. А, кстати, Тахноса аж 12 миллионов, дамага 300 тысяч, хилинга 5800. Уже не какие-то фантастические цифры дамага. Сколько озвучу, я даже боюсь это говорить. 589. Почти 600 тысяч дамага, на самом деле, это приличная штука. Ну, апнул там... Но это благодаря как раз, вот я все-таки еще раз покажу, давай. Амулю, который в самом конце прошлого видео упал. Да, вот это амулет, который имеет, собственно, трификс. И еще и почти 600 силы до кучи. Да, и 600 силы, и в принципе, это неплохо. Женя еще может, в принципе, добить, наверное, критический дамаг до 100%. Здесь, к сожалению, с контуром не работает. Вот, но он максимально 100 на амулете. Вот, у него 51%. В общем, такие дела, друзья. Тормент 6 не за горами. Ну, насчет сова оптимист. Большой. Шестерка, не уверен, шестерка. А мы находимся в Тунгусском оазисе ночью. И в тумане. Ух два ты. Ёжика. Ух ты, а это кто такие? Симпатяны какие. Слушай, а чё они синим светятся? Ну... Прикольные. Ну, в темноте, видимо. А у нас спирит, а это кто так? А, это из-за 5-го класса. Чуть тебя очень плохо стал слышен, Жень. Так лучше? Да это не от голоса, это что-то... Слушай, а что так падает ХП? Ой, сейчас яд, я умру. Яд. Я умер. Это мерзкие твари, на самом деле. Они после удара обычного, они еще тебя отравляют, и некоторое время у тебя здоровье укатывается. Офигеть. Может, мы поспешили? Нет, нормально. Ладно, прожмем закон. Давайте пожмем фалангу побольше. Того еще, видишь, полный питает. Да, вижу. На весь попыт. Я на таких уже напал. Каждый раз было очень плохо. Да, слушай, я даже не припомню таких, честно говоря. Элитку с таким офисом. Нет, это просто базовая у них. То есть, как у табуреток, в принципе. Это аналог табуреток. А сколько у них хп, посмотри? 120 миллионов. Ну ладно, сейчас ребята помогут. Главное ее, собственно, застанете ребятами, чтобы... Сайт. Или будет так вот. А, ура. Да, ну, неплохое начало. О. Не, ну хотя нет. Ну, конечно, такая красивая 2000 белого урона, но больше ничего нету. Не поменять не на что. Да. Кто быстро улетел? А это не мог, это он снял броню. Мы с него броню сбили, вот он. Опять идет. Это с... Новые мобы спят лак, кстати. Они, кстати, достаточно неприятные в элитном сочетании. Если у него экстра хп и еще там что-нибудь и такое веселое, с них очень долго сшибать этот щит. Ну да. Вот они, кстати. Пожалуйста. Но он один слава. О, еще и Power Pillon. Сейчас мы его разберем. Аж целый 1 200 000 дамага, 1 400 000. Да, у меня братва дамажит по 5 миллионов. 6. Слушай, щит упал. И опять товарищ. Здесь не вижу. Сейчас так, конечно, вот. Дайте нам элитку быстрее. Такой урон безумный. О, элитка у меня. Ай, бегу. А пилон закончился уже, в принципе. Ух, хп. А, рефлекс.
почти. Так, я... отлично, бежим дальше. 27% уничтожили. А, друзья, мы играем в рифте. Нам нужно вот этот прогресс-бар заполнить до 100%. Колечко. Сокет, если поменять на что-нибудь там. Ну, оставь пока. Замечательно потом. Потому что я не могу с вторым кольцом его сравнить через чат. У тебя элитка не стоит одна, нет? Нет. Не одна стоит. Слушай, что тебя плохо слышно так стало вообще? Алло, Жень, ты тут? Пока да. А, ты, видимо, что-то опять пропадает. Тебя очень плохо слышно стало. Ну, придется потерпеть пока что. Ну ладно. Вот еще элитка. Ну, на самом деле, смотрите, тут они на указ. Так, какая-то любопытная ачивка. А, блок it like it's hot. 100 тысяч дамага за 10 секунд. А я там Тахнус прожал. Опять эти противные. Ну, в принципе, 96% уже. Мы сейчас на одном уровне его и закончим. Угу. О, смотри, аж целых два пилона. Ну, один из них на экс. А другой на удачу. А, на скитинг, да. Слушай, ну этого товарища 4 миллиона. Тут не 4, 400 миллионов. Ну, обратите внимание, как быстро сносится. Вернись, вот. Я все прощу. Исчез куда-то. А он сейчас вернет. Бывает факт, что он не возвращает. Дамажит тебя из нет. Нету? Нету. Ну тогда пошли к выходу из локации. Это все лечится выходом из локации, заходом в нее обратно. Пойдем. Ну пойдем. Потому что он не отстанет, он так и будет дамажить из ниоткуда. Давай ТП сделаем, или он думаешь? А он сорвет. Ну дожди попробуем. Вот этих просто. Сорвет. Я пробовал. Дольше будем что-то делать. Я уже на такой натыкался. Ну ладно. Вон, тем более, видишь, он по карте даже видно, как он. Да. Он так и будет оттуда бить, просто его не видно. Ой, кот, я пошел не туда. Тут просто надо локацию перезагрузить, и он появится. Интересно, если он у тебя появится, а у меня появится, ну-ка заходи обратно. Ну хорошо, сейчас все зайду. Просто ради эксперимента. Нет, у меня его нет. Опа, выходим. И теперь на 3-4, да, вместе заходим. Раз, два. Я уже зашел, заходи, я пошутил на самом деле. Нет. Так. Вот, вылез. Да. Я говорю, это бета. Некоторые попадают. Это и бета, и не поспоришь с тобой вообще. Ну как? Аж два шлема. А мне сапоги и штаны. Видимо, решили, что мне больше ничего не надо. Ну шлемы так себе. Ну и сапоги на самом деле-то не фонтан. А штаны так вообще дырявыми, с дырявыми карманами. Это что? Это у нас копье наручное. Сила, живка, ЛПК. Ну, конечно, дыркой может быть что-то и будет. А так? Не. Не катит. Хотя 1600 урона, да, серьезно. Да, 1900. Ну что, будем искать? Мне кажется, лок такая большая. Времени, в принципе, основное еще.
Ну, на самом деле, можно пойти и сдать задание. Пошли. И тебе дадут за нее ачивку, кстати. И, скорее всего. А, потому что риск выполнен достаточно быстро. Успел. Попробуй сдать. За 10 минут? Угу. Ну, попробуй сдать, сейчас посмотрим. Может дадут, может не дадут. Нет, не дадут. 20 бладшардов, кстати, бладшардов больше, да? А здесь за них больше дают, да. Вот, один мешочек. И легендарный план опять. Чтоб его через колено. Давайте, открою я свой великий мешочек. Мне ничего не дали вообще. В смысле, что-то дали? О, как? Нет, эта игрушка явно считает меня таким продвинутым кузнецом. Что дальше некуда. Я в этих планах уже навидался. Так, кольцо, ты говоришь, не разбирай. У меня уже изучен, кстати, вот этот рецепт. Это у нас рубин, роял. Посмотри. Если надо, около сундука. Ну, already known. Я уже знаю его. Так, друзья, мы распыляемся. Слушай, а у меня еще два. На, вот на эти два посмотри, они у тебя есть? Нет? Раз и два. Во-первых, они аккаунт, а во-вторых, у меня их нету. А почему они аккаунт? А, ну и твой аккаунт ты мне предлагаешь, например, да? Да. Добрый какой. Не, я просто не знал, на самом деле. Точнее, не то, что не знал, не посмотрел. На колечко, если что, потом перекуешь его. А, да давай прямо сейчас, чего там. Если получится сокет перековать во что-нибудь интересное. Давай попробуем. Так, сокет, а что-нибудь интересное. Ну что, смотри, оба, причем аффикса, так спит 5%. Ну там 6 максимум. Не, просто оба аффикса. А, одинаковые? Да, да. Почему? Какие варианты? Так, ну что, может быть еще силу? Хотя нет, без силы совсем будет туго. В смысле, а ты не можешь его перековать одно и то же? Ты у тебя уже, если... А, ну в смысле, да, что-то я не так сказал. Ну, в общем, 5-5 дамага, минус 10 к тахнусу, плюс 3-4 хилингу. Одеть, что ли? Одевай, почему нет? Он еще думает. Ну... Ну, 305 тысяч. Без твоего присутствия. Давай подойду. Так лучше? 317. Нам и много. В принципе, там. Так, ну что делать-то будет дальше? Ну, можно дойти рифт, но этот рифт будет короткий. Если такое огромное первое поле, значит, будет на втором выходе выход. Пойдем в первый акт в баунти. Угу, пойдем. Пойдем. У нас здесь, собственно, двойная награда. И пойдем сразу форсайкинг. Ну, ТП делай, в общем. Кладбище, здесь, что ли? Да, Бодя. Здесь это сам близко просто моб находится. Я пытаюсь вспомнить. Кладбище, кладбон это. Так бы и говорил. Куда пошел? Стоять. Слышишь? Бедолага, смотри его какой толпой. Зажали. А чё, нам... Нас может, значит, поехать нельзя, да? Угу. Когда же упадёт... что-нибудь хорошее, крутое... Одноручное. Одноручное, желательно. Files of Mystery. Я уже там. Гиблые поля. Та, тут мобов много было. Хотя раз на раз, тут тоже иногда бывает. Ну, посмотрим сейчас. Там ребят справятся. Здесь тоже оставим ребят. Да, оставить, пока они... И здесь оставим ребят. И здесь вот... оставим ребят. Нет, здесь я не оставлю, я оставлю их. Как они эффектно прыгают? Ага. Так.
Слушай, давай соберем. Сейчас, вот по кругу этого пробегу. Давай. О, и элитку еще притащу. Быками не хочешь? Хочу. Вот. Да, вот. А там. Сразу знаем, пока нас съели. Собрали кучку такую. Ну хоть что-нибудь упадет с нее. Слушай, мне со всей этой стрелы. Аналогичная фигня, на самом деле. Белых. А поем дальше с этими, честно говоря, зенокрылыми. Кстати, их здесь много вообще, слушай, целые поля прям реально. Так, давай ты правее беги. Смотри, друзья, какая куча. Зато у меня абсолютно сразу удар с небес откатился. Можно еще его прожать. Круто. А он два раза подряд тоже действует, да? Конечно, но он, собственно, откатился у меня просто. Кулдаун сместился. Слушай, там я вижу. До одной секунды. Да, я тоже уже вижу. Это не убить. Там нужно зайти вот сюда и там убить кого-то. На втором уровне. А у меня ключ. Так, а ты где вообще? Ты на улице? Да, я на улице. Я ключ-то нашел. Сейчас. Он меня ест. Меня не выпускать не хотят. Придется улетать. Меня он выпускать не хочет. Что ж такое-то? Ой. Еще амулет. Ну, еще один трепет. Жизнь будет. Да я вот тоже дома. Пошли. Я вот недавно в видео просил уже губозакатывательную машинку, да? Так, теперь нам нужно зайти на второй левел и. И всех убить там. Да, kill all enemies. Заходи, я свечку возьму. А, я уже внутри, все, бегу. Так, что тут у нас? Синие штаны. О, це подноручный упал. Ой, да. Всем хорошим, но не домашний. И красивый такой, и статы нормальные. А вообще я хочу максимум. Я просто влюбился после бед в этот двуручный. Совершенно потрясающая штука. Так, элитка кончилась, а не успеешь начаться. Они все равно какие-то двойные, то у них огромное количество здоровья и всего остального, то они падают буквально очень быстро. Да, сейчас мы круг по чуду сделаем. Вот он, второй. Угу, я уже вижу. Иду. Здесь у нас сразу битка. Ой, как-то он плохо прыгнул. Непонятно чего. Просто целая армия фанги. Наших помощников. Больше не меньше. Хай будет наши помощники, а не их помощники. Угу. Так. Кто где, не вижу, кого бить. А, птичка. Точно две танка-сорки играют. В глазах репит от эффектов. Танка-сорк. Сорка. Слушай, а я вот единственное не пойму, почему она не показывает количество оставшихся до убийства мобов? Или он в конце чечек появится? Там покаяется только в конце, да. Когда останется меньше 5 штук там. А, вот он как раз все. А, ну в общем-то. У нас еще и свечка, и ничего нет. И ничего нету. Так. Что там, скакали дальше? Слушай, обрати внимание, у меня не засчитали убийство Люциуса на кладбище. У меня до сих пор болтается восклицательный знак. Да, кстати, пойдем туда. Сейчас тоже? Пойдем. Нет, ну уж мы, я уже в лес пришел. Пошли в лес сначала. Ладно, сейчас хожу туда просто посмотреть.
Но здесь никого, ничего нету. Эй, ты куда? Да я здесь, сейчас я к тебе приду. Я не, я у меня... Ага. Призрак, ты кто? Призрак. Улетел. Все. Бронежилет. Оо, слушай, интересный бронежилет. Смотри. Бронежилет. Да, с тремя дырками, с силой, с улрезами. А, ЛПС перековать? Да, и редюс перековать и можно получить. Нет, что-то одно можно перековать. А, я имею в виду, да, наверное, редюс дэмэдж. Хотя, фиг знает. Тут вопрос, общем, я подумаю. Живку получить или. Регенерацию получает. Ну, регенерацию тоже, в принципе. Получить какой-нибудь там армор, либо живку. Живку лучше, да, потому что вот это довольно смешное количество. Ну, в принципе. Регенерация здоровья. И так мы попробуем фанки. Мало. А, к критам по 1 миллиону, точнее по 1,5 миллиона начинаешь привыкать уже потихонечку. В принципе, не страшно оно совсем. Так, вот что-то тут падает. О, упали. Наручи похожи на мои, но немножко меня апают. Одел. Доволен. Нет, недоволен. Хочу трификс на амулете и вообще кучу легендарок. Вот он, призрак наш. Искомый. Слушай, ну я говорю, фишерный амулет, я вообще первый раз заиграл. Нет, что-то такое. Ну, у меня такое есть, конечно, в оригинальной Диабле с крафта. Это же с крафта так и не получил. Нет, я получал, у меня перчатки трификсных получал, штуки 4, наверное. Я много, конечно, крафтил. Вот, было дело. Убрать не буду. У меня максимум того, что выбивалось, это был средний урон, крит урон 9 и 90 крит шанс, если не помню. Это был максимум того, что я накрафтил. Но я, правда, сильно не страдал. Так, 9 мобов надо убить осталось. Вот это были 9. Получили, что хотели. Сейчас под прикрытием ребят. Кстати, а вот если мы сейчас выполним все вот эти баунти, а вот этот... А вот я это и хочу посмотреть. Оставим мы, наверное, его не то. Ну, пойдем. Так это интересно, баганула сама карта просто, которая нам показывает? А или где-то... баунти закончил? Да, проверим заодно. Так, сейчас... Чего же не проверить? Если ж можно же проверить. Да, сейчас мы в соборе, нам нужно... Люблю собор. Да, собор прикольный. Стандартное, в принципе, задание убить... 50 мобов и один биткон. Пошли, пилочок после возить. А я жду, пока он вылезет, чтобы поставить ребят. Да, ты не пройдешь теперь. Мешают. Там и биткон есть. Ой, призыватель еще там. Интересно, он спрыгнет? Ну пока ты дойдешь. А здесь еще вот есть небольшая кучка. Так что. Вот, правда, единственное, я так до сих пор не видел камней перст. А, ну отличная ситуация. Что-то как-то я их не вижу. О, да, у меня хорошее копье выпало. Смотри, оно, правда, двуручное, но хорошее. Камень попробовать вставить, ну допустим, на, вот так сравни. Ну, вот. Да он минус 23%. А в таком варианте? Минус 4,2. Ну минус. Ну просто... Я-то не знаю, как тебе угодить. А так спишек там была, ты мне угодишь, я думаю. Ну может быть, тогда двуручный топор, кстати, я тебе не предлагаю. О. Не, почему предлагай? Ну там урон немного выше, но не одно. Так. Хе-хе, а вот как тебе вот такой? Вот я даже камень здесь сразу. Ну, 3,6%. А, это одноручный? Одноручник, да. Перековать что-нибудь, да, в нем 6%? Хотя что перековывать? А здесь перековывать нечего, увы.
вообще ничего нет. 6% дамага, если перекуешь, у него белый урон выпадет. Не, не хочу. И это не хочешь? Ну, ладно, давай. Так у меня места нет. А, последний чек под него. Да, не мучайся. Не надо, так не надо, топор тоже хороший. Не, давай, давай, что ты? Не-не-не-не-не, ничего не знаю, не знаю. Ну и ладно. А, как я тебе отдам, если он, я в него в маркиз уже ставил. Это знаешь, как называется? Троллинг. Жуткий. Ну, не знаю, 3%, сколько он мне даст? Ну, 3%, конечно, серьезно. 1003. Это, на самом деле, тебя уже будет апать, по сути, вот хорошо, чтобы это только легендарный. Ну, либо хороший рарный, почему бы нет. Ну, как, например, хороший рарный. Ну, больше 2000 ДПС белого. И много силы. Ну, там силы срок просто больше, чем у тебя есть, как бы, это редко. А вот там уже этот самый, я смотрю. Да. Мериум. Тор. Это вот этот летающий снег секретик? Нет, ни разу не видел. Ой, и штаны. Самое главное, штаны. Ой, все падает уже из инвентаря. Так, завершили баунти. И я пошел в город. Надо это все дело избавляться. Эй, не успел. Смотри, он меня успел сбить. О, а там какие-то плечи лежат. Это я скинул. Вот это называется троллинг. Я на самом деле, на репортации смотрю на эти штуки, думаю, то ли, блин, бросать все это дело. То ли не бросать. То ли не бросать. Я просто синие вещи собираю. Да все синие вещи собираю, даже я. Потому что с дикой нехваткой идет синей пыли. Пыли мне, пыли. Так, 20% хилингу. Я не хочу. Так. Что-нибудь такое бы выбить, чтобы вот раз и в танках. Ой, я меч разобрал. Да ладно, забей. Я честно о нем вспомнил уже, когда занес карающий меч молоток кузнеца. Так, сейчас я бронежилет по-быстрому перекую. Может, чего-нибудь. Он меня даже сейчас апает. А, нет, да, все-таки редьюс. Что-то как-то несерьезно. Несерьезно? А почему он у меня, интересно, примари стат перековывает во вторичный? Это на что? Это баг. Угу. Он у меня снижение урона от дальних атак. При перековке перековывает во вторичные аффиксы. Вроде опыта с монстров, хелс-глобов и тому подобного. Минусы, минусы, минусы. Ну, хотя это оставляй, баг. Оставляй, значит так, и пошли дальше. Да уже. Только зря я, наверное, туда вставил кучу на улрезы. Ой, зря я это сделал. Я же забыл. Про то, что надо было камни поменять. Сейчас вытащу. Давай. Тут книжка лежит. А хотя я сделал немного по-другому. Я вытащу из штанов. Я поставил ребят и буду отдыхать. Да я уже бегу, ну, почти. Не торопись, я тут спокойно так. Отдыхаю. Угу. О, 595 дамага. Ужасно. Так, все, я иду. Форс. Да не надо его приглашать. Так мы телепортируемся. Сейчас мы тебя отправим на Торменты, будем снимать смешное видео. Пошли, сейчас устроим. Не-не-не, мы тебя отправим туда. А ты будешь из главного меню снимать, да? Да-да-да-да-да, подглядывать щелку. Так, элитка. Разбит. Так, здесь, в принципе, у нас стандартное задание, опять-таки. Убить капитана Кейджа. И 50 минут заодно. Чтобы регулярно убивали капитана Кейджа. Ой, колечко упало. Может, какое-нибудь приличное.
Нет, к сожалению. Как-то неприлично, да? Не показывай. Неприличная колечко, вон впереди. Пойдем мы его тогда убьем. Это ваш? Да, вот это. Да, орбитальная станция, да, может, конечно, будь здоров. А самое главное, она бесплатная. Ох ты, я щит выбил. Я выбил шикарный щит. Щит? Щит. Да, я, наверное, если даже вставлю к нему марки. А. Он меня не сильно даже я. Ну, короче говоря, сейчас покажу. На, наверное, я его даже тебе отдам, потому что хороший очень. А, я опять в него вставил камень. Да, апает нормально так. Да, хороший щит. А что ты себе не хочешь одеть? А у меня минус 0.9 дамага, плюс 0.6. Разницы на самом деле. У меня по чуть-чуть, но плюсы. Это мой старый, это видишь, он перекованный, я его точно уже не отдам. А из того можно камень вытащить и отдать свой тебе. Ну попробуй. Можно, да, можно. Так, мы завершили это баунти. Так. И что? И ничего. И ничего. Нет, это был последний. Последний, значит, это надо искать опять этого. А мы его найдем? Он там будет, если мы его уже там убили? Нет, его там, разумеется, не будет. А мы его точно там убили? Да. А так, может быть, мы его не убили? Так, подожди, у тебя вопросов миллион за секунду. Сейчас давай зайдем в город, посмотрим. У нас нету, да, у нас нету, как его звать-то. Вот следующего значка, который говорит нам о том, что мы можем сдать задание. Вот, пойдем. Ага, да, спасибо. Пойдем сходим туда, где у нас не засчиталось. Что а ты может говоришь? Мы не того моба убили? Может да. быть, мы убили обычного фиолетового? Нет, мы здесь мобов не добили. А их раз надо добить? Да. Причем, что ты, что я... А, слушай, действительно. Да. Вот что... раньше, когда мы сюда попадали, вот, в принципе, падает. Раньше, когда... Да. Че ты пропадаешь совсем? Да, вот теперь нам нужно возвратиться к Кираиру и получить награду. А у меня опять прыгающие бладшарды. Ничего не могу с ней поделать, да. Эх, надо брать. Дед, я успею. Я успел. Ладно, я буду похитрее, я зайду в крипто. Там есть звук, телепорт. Точка. Да нет, я в этот самый в крипту зашел и все, никого нету. Так, друзья, мы завершили таки. Что мы завершили? Мы завершили 5. Баунти завершили, 5 да, баунти, и сейчас. Да. Ну, мешочек. Да, упал мешочек. Легендарка, лучше 2. Давайте его откроем. О, что-то как-то они упали в одну кучку прям под тебя. Обычно разбрасывается. Так, ну, в принципе, упала ерунда. Ну, вот такие сапоги тебе не надо? Не, минусует. Вот меня тоже. Ну, что ж такое-то, а? Семён Семёныч, да? Семён Семёныч. Кольца эти ни о чем. Так, разбираем. Фух, друзья, мы таки завершили это видео на сложности мастер. Мы пришли на сложность мастер, теперь будем играть здесь. Как это ни странно, у нас была такая идея сходить на Белиала и молчание. У нас была идея сходить на Белиала, а почему я об этом не знаю? Или нам предлагали, наверное, на форуме. Ну, в общем, не знаю, где это было. Ну, пошли на Белиала, а чё? У нас времени нету. Нет, давай это же сделаем следующее видео. Вот. Давай. Спасибо, что нас смотрели, и до новых встреч. Удачи.